Встаньте, я, у меня после бомжей от ора, блядь, если что, голос начал скрипеть. Да, блядь, такое ощущение, что я это смотрел, дядь. Ты чё скинул-то, баян какой-то? А, это стоп, это новое. Вот это нормальное солнышко. Полетел, ебать. Isso só acontece em Petrolina, velho. O cachorro pilota na moto. Блять, реально собака ведет. Всех благ, счастья, здоровья. Ты лайфхаки вот ваши, от Трум-Трума. Holy shit, that's fucking wicked. This is Nitro Circus with William! Going down the slide on his bike. Action! Бля, я именно поэтому любил смотреть гонки какие-то, блядь. Если там один, короче, ну, Наскар именно, въебывается, там такое мясо происходит вообще. Это на самом деле пробки в Москве такие вот. Бля, чуваки, я бы тоже хотел с минигана пострелять. А, жизненно, я так же делал. You on the tail and see what you do. Whoa, you're mean. Are you a bad snake? Блять, а можно кнопку отпустить? Эй? What the fuck? You're walking a fucking hostage, you daft cunt. It's an emu. Let's have a look at her. It's a fucking emu, man. She's a beauty, isn't she? It's an he. Oh, is it? His name's Waters. You're fucked up, you, He's mate. An asshole. You're fucked up, you, Fuck mate. Fuck off. Что это за животное? Это выдра? Какая-то тёлка, короче. I love you. I love you. О, бля, баян, пиздец.
Ща ебанет с асфальтом прям. Нет, неправильно. Да, что-то какой-то баян компилейшн, знаете, половину видел точно. Attach the chain to the suitcase handle on wheels to a loop on your jeans. That's amazing. По-моему, это тоже панда или я не помню. Y'all already know I keep that motherfucking thing on me, man. You won't ever catch me fucking lacking. Thank you for calling Papa John's. What can we get started for you? Would you like to try our large one-topping pizza for $7.99? No, this is Domino's Houston. Domino's. Ours is, it's actually $6.99. It's not Papa John's. This is Domino's Houston. You're selling a large one-topping pizza for $6.99? Are you fucking kidding me? And a 2-liter. Are you fucking kidding me? Are you trying to uppercut our prices? Is that what you're fucking doing? And you called us? Wait, this is Papa John's? Fuck you, Domino's. Your pizza tastes like fucking... Guys, bro! I got fired from Domino's. Domino's. They're not loyal to their fucking customers. You couldn't make it. You couldn't make it. You're a subpar fucking pizza salesman. Pull up! Бля, короче, попахивает пиздежом, но забавно. Типа, в принципе, они могли бы просто 2-4 друга сесть вот так вот, позвонить на телефон и положить, и типа друг с другом разговаривали. Но прикольно все равно. Почему 3-то, блядь? Вы что, считать не умеете? Телефона сколько лежит? Телефонов сколько? Телефона 2, правильно? Правильно. Чьи это телефоны, если люди, блядь, с другой стороны, то есть по одному человеку разговаривают? Правильно? Правильно. Плюс оператор еще снимает. Бля, что-то я... Тогда 5 получается, да. Что-то оператор забыл посчитать. Так, что я смотрю? Ну, то есть, смотрите, получается. У двух людей взяли по телефону. Бля, это загадка какая-то уже, знаете, на логику.